Ну, наконец-то я тыгану выбрал. Чё мы с каким-то противовес с тобой? Давай, давай, упыря жало, давай! Арт! Вот! О, поехали! Говорили, Наконец-то давай! хоть куда-то. Будет весело! Держись покрепче, будет трясти! Уже трясет. Наконец-то это говно прожжёл. Ладно. Ау, 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 ау. Больно. Ой, ё, как высоко. О-хо-хо. Не знаю, чувак, падать, у меня сердце становится. Если он чё, у нас же игрок начнёт падать. У меня сюда такое, блин, чувство. С тобой всё в порядке? А чё? Да. Ульман, 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 как слышите? Ульман, как слышите? Мы на башне. Смотрите, а я тоже спрашиваю, что это такое интересное было. Внимание, прием. Сейчас мне нужно. Так. О, заметка. Я за всю игру наконец-то ее нашел. А, вот в принципе. Отстань. Фу, фу, я невкусный. Да невкусный, я сказал. А нам осел был стрелять. Ура! У меня патрон немая, она улетела. Да подожди, я тут еще ничего не полутать не успел. Вон заметка у меня валяется. О, я что-то делал. А, это мне не было, походу. Шаг за шагом мы поднимаемся на башню. На башню мы пришли из-под земли, и мы пытаемся взять небеса штурмом. Вокруг с венцовой тучи, будто стена стоит, ступеньки изъедены временные и крушаются под ногами. Обитель такой, что кожа с мяса сорвать, кажется, может. Нас не ждут на небесах, наше место под землей. Смысл наш не ждут на небесах. А если мы сдохнем? О, фильтр, фильтр, фильтры! Я увидел, не обманешь. Любой фильтр за 3 секунды убьет. А тут ничего нема? Да, обидно. А сними! Экономить будем. Не так уж нас его и много. Ну, динозавр сразу летает. Куда беги? Тут вроде так много места. Ну, нормально у меня еще фильтр. Тем более я еще его экономлю. Все, у меня патрон нет. Блин, здесь чего. Все, я вот тут буду. Тут дверь какая-то. Да, она закрыта. Ну я, короче, экономить буду фильтр все равно. На день уже предлагать. Задыхайся, бедненький. Бля, я чуть... опасненько. Сзади, осторожнее! Да я ничего не могу осторожнее, вон, видишь? А, иди отсюда. Иди, гадина. А, ну вот мне не достанет. Там рядом есть лестница, давай наверх! Да, я на такой лестнице в жизни не свалил бы. Что? Как? Как ты уже боком успел? Ты серьезно? Чувак. Сейчас серьезно. Давай еще уходи. Там есть лестница, да? От этой лестницы такой пользы. Я прям много и не жду. Почему не фонарик включен? Дверь, откройся. За мной гонятся. Всякие монстры. Надеемся, ладно, я разрешаю. Где же снимай? Я ж не знаю сколько. О! Я, походу мельника нашел. Да смотри, выключи, блин, тут свет на день. Ульман, как слышите? О, я противогазный баллон.
Стреляй, у меня патроны. На связи, мельник, мельник. Стреляй, Артём! А, да, кстати, стреляй. Артём, да, подожди мне, он. Иди, уродина, отсюда, не вести меня. Я сейчас проиграю за то, что я мельника не спас. Стопудняк. Слушай, мне тут она... Хорош. Так, ладно, продеваемся, мы теперь на сюда одеваем. Пока демон... Выключи уже сраный фонарик. А чё я на контроле? Мама! 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 Я стреляю! Ура, он стоп! Ты там жив? О! Калаш, извиняй. Ну тут такая пушка. Где к ним пользоваться? Давай, парень. Теперь все в твоих руках. И че, и куда мне идти? Че, мелик зог? Да ну нафиг не может быть. Хай полежит. Ты там фильтр экономь. Очень полезный свет там. А, вот, нашел куда идти. Наверное. О, да, правильно иду. А еще и куда? Подстрелить куда-то что-то? А не, наоборот, мне же наверх надо. Ага, только еще попробую. А, вот там люк открыт. Ну хотя монстров не будет. Так что тут не все равно. Я не могу внутрь попасть. Какого фига? Так, снимай. Давай, прыгай уже на конце концов. Чего не прыгает? Я не пойму понять. Ты прям в нем считай. Чего не хочешь падать? И мне не сюда. Сейчас, минутку. Так, короче, надо, мне оказывается вообще не сюда надо. Мон, туда надо. Я чё тупанул. Да подожди, я для чувака, я для тебя же экономлю. Блин, ну точно, мне же наверх надо, а не вниз. Хз. Да хватит фонарик, откуда он еще выключил? А, не, он еще выключил. Да. Я офигею. А еще правильно иду? Ощущение, что я... Да, мне кажется, я даже не ощущение. Мне кажется, я опять куда-то не туда иду. Да сними, экономка. Я откуда знаю, сколько нам еще идти. Я как понимаю, мне надо на лестницу прыгать. Ладно. У, там что-то горит. У, там что-то жесткое. Че, можно? На лестницу взяться. О! Это же правильно. Нажимайте Е, нажимаю. Так я нажимал Е. Я нажимал Е. Врать не надо, я нажимал Е. Ну, я правильно пошел.
Если что, я нажимаю сразу Е. Или нажимайте. О, все, видите, я нажимал. Да я вообще зажал Е. Я вообще зажал Е, так что все равно. Минус лестница. Да, плохо, плохо сделали. Некачественная продукт. Так, снимаем. Я ходатку там еще надо, поэтому снимаем. О, сохранение. А в какую сторону вообще идти? Фиг пойми. Наверное, в эту. Давай, прыгай. А все, одевай теперь. О, там-то фильтры халявные. О, на 4 минуты еще. Теперь у нас это, фильтры работают. Погнали. Так, снимаем. 4 минуты, это не особо, это немного. Да, поднимайся, ты уже. Шум мне проблемы сюда с лестницами. Да ты можешь поднять? Я уже прыжками пытаюсь. Что не так уже? Мое. Почему всегда проблемы с этими странными лестницами? Ну вот что? Что он идет на месте? Походу, все. Давай идем. Кто он? Меняет, короче, я понял. Мы... Слышите? В смысле, я один. Со мной нету этого мельника. Да надеюсь, что странный противогаз. Хорош. С ноги давай. Воу. Показалось. Ау. Далеко еще идти? Ну, походу, да. Ну, тут хотя бы спасибо скажу. Монстров не так уж много, чем мы их все перебили. О, книжечка. Точнее, заметочка. О! Я остался один, все самое главное мне предстоит сделать самому. Ни на кого переложить ответственность, ни у кого попросить помощи, судьба людей в моих руках и судьба черных. И с каждым шагом моя вера в своем правоте тает. С каждым шагом я задаю себе все больше вопросов, таких, на которые мог ответить лишь хан. Только вот хан тоже же не рядом. Я один на вершине мира, и отсюда вижу многое, чего не мог увидеть поверхности, услышать такое, чего и представить себе не мог бы под землей. Я ощущаю присутствие черных, слышу их. В моем мозгу стесняются какие-то образы, звучат эхо непостижимых для меня чужих мыслей. Я знаю, что черные умеют проникать в чужое сознание, что они сводят своих жертв с ума. Может, и я схожу с ума, только бы добраться, только бы сохранить рассудок, только бы суметь навести ракеты, только бы суметь. Недописанный диалог какой-то. Ну, книжки я имею в виду. Ну, типа, только бы суметь что? Думайте сами, знаете, такое. Да выключи уже фонарик, ты же долбал. Зачем ты, блин, что, я тут без фонарика что поспал? Да, блин. Ну, кстати, комната красивая. Не, молодцы, разработчики постарались очень сильно игру сделать атмосферную. Уважуха, ну, такая респектуха, уважуха, знаете. Все, снимай. Блин, там дырка, я видел. Давай еще надевай противогаз.
Теперь снимай. Стоп, подожди, я круг сделал, серьезно? Да ты серьезно, зачем я круг сделал? А куда мне надо? Я ему спротел, ходи, чувак. Все, короче, давайте. Далеко еще идти, интересно. Не, подожди, а куда там было зацепляться, я не знаю. Что так скажу. А, вот, тут еще была такая типа дверца. Нет! Или да. Еще правильно про. Нет. За я лучше перезапушусь. Да. Нет. Подниматься там 500 лет я точно не хочу. Ну то кто знает. А че у меня водичка по боку? А. Да это издеваешься, да? Так, все, мы уже попал в лист. Нажимайте Е, я нажимаю. Я зажимаю даже Е. Для таких случаев. Я уже Е держу. Давай поднимайся, братанчик. Ножом давай, хорош. Откуда ты нож? Я ни разу не пользовался. Фильтр такой рядом лежит. А, еще противоядие при этом было. Ой, да на 7 минут, я думаю, мне хватит. Давайте. А куда идти? А куда идти, реально? Что за лабиринты? Алло, народ. А куда мне идти? Допустим, давайте я на эту прыгну. Тут непонятно, куда мне идти. Мне вон сюда, я понял, попасть. А как туда попасть? Непонятно. Ну, непонятно. Нет. Все, на... хана нашему герою. О, и такой байки, чувака, пошли. Артём, прием, слышите? Я просто на вот эту штучку прыгнул. Слышу. Жесть, там лес, и за все это время сзади меня было. А как я ее не разметил? Ты серьезно? Я думал, там паркурить надо, там лестница все это время была. Нельзя так делать. Так, закрывай, закрой. Ой. Блин. А ты издевайся. Да ладно, там. У меня сюда надо, я как понимаю. Да? Ну да. Что такое? Ну да, сюда. О, это та штука, которую я нечаянно взял. Она еще и оказывается нужна. Так, давай координаты. Па-пум-пум-пим-пим. Артём, сигнал отличный. Продержись еще минуту, и мы их накроем. То мы и... А, черные. Не знаю, не нравится они мне. Ни черный, ни белый. Иди своей черной рукой от меня. Никак. Ну я тут понимаю, это как в этих есть. Не то, что противохвостнил. Ну да. Угу. Угу.
И куда мне идти? Один, два, три, четыре двери. Мой путь мне говорит, иди к светлой двери. Короче, сюда. Ага, угадай дверь. Короче, смотри, ну тут блоки сами строятся. Б2 спешу. Так, нет, туда я не хочу. Что еще у нас есть? У нас еще тут есть путь. Да. Ну и думаю, куда идти теперь. А в смысле я упал? Да, еще падать нельзя. Ну так мы предупреждали. Я не знаю. Что это был лабиринт? Ты уже пошли. Алло. Я и поиграть хочу. Да. Вы, короче, смотрите, первый путь. Да, он сломан, так скажем. Окей, а если я назад пойду? Я только боковые какие-то пути. Да, боковые. Мы честно пойдем. Я хз. Нет, у нас выбора не остается. Ну, значит, тот путь пойдем. У нас один выбор остался, короче. Да, прикольно. Лабиринты какие-то. Я туда и шел. Пошли. Бля. Я туда и шел, да? Ну, давай сюда пойдем. Я сюда тоже пришел. Я это, наверное, уже был. Я, наверное, там не был. Короче, из этого метро так флажу. Бычат людей, конечно. Да, понял, черный там разум, что-то там еще. И чё? Нет. И чё? Подожди, а куда идти? Сейчас гляну. Так. Вроде бы понял, а вроде бы нет. По факту, нам нужно открыть все вот эти двери, а потом уже назад идти, так скажем. Это вперед мы идем. Да, и там типа должен быть монстр. Просто я просто некоторые вещи не понимаю в этой игре. Поэтому иногда помощью, так скажем, обращаюсь. Вот, смотрите, у нас типа. Окей, и остается вот эта дверь. Бо, я что говорю? Иди отсюда, не пси меня. Так, а Тёма, держись. Тёма, держись. Ау. Не, ну настолько флешбейт, если я в шоке. А что сейчас делать? Да, не нравится мне все это. Лабиринт. Ау. Ну как вы с людьми, так и мы с вами. Что за... Ага, пошел трепеть в очко. Я понял, от монстров бегать. Ну
Я просто неправильно еще пошел. Но мусор появится, мы назад тупо отступим. А че по кругу? Что? Да, вот это флешбеч нашего героя. Прям жесть. А че я по кругу бегаю? Кто-то мне скажет? А собственно куда идти? Ну тут типа свечка есть. Столб какой-то. Прости, что дальше? А ч, блин, а че он так это самое? Не глаза бы этот волчь на больно. Что мне, собственно, надо сделать в этой данной, так скажем, локации? Ау! Угу. До свидания. Да ты сволочь, это обманка была. А чё они там втроём, куда не идти было? Там даже назад ухода не было. Или был, я просто не заметил. Что за ужастики пошли? Я вроде в метро пошел играть. Ой, только не надо сначала, подожди, сохранение ж было. Мы только не самое начало, пожалуйста. А, опять со свечкой эта тема. Я, где я по кругу бегал. А тут потом путь оказался вроде бы. Ну или вроде бы. А как я делал? Я по контролу ходил уже. А, я тут подумал, что тут типа что-то двери есть. Мощно. Походу катка будет мощная. Так, напрягается эта свечка, не знаю что. Окей, давай назад пойдем. Я же и обратным путем ходил. Непонятно немного. О, надо было, короче, обратным путем идти, я понял. Так вы меня истребите, смысл мне сдаваться. Так, там. Идёт к мужику, значит. Отстаньте от меня. Тёма, беги. Боже, мне от этого цвета так глаза уже болят. Белого, чисто белого. А сохранение можно? Пожалуйста. Ну, супняк должно быть. Фу. Ага, сейчас. Что за тизонер пошел? Или что за острова? А, они сами появляются. Окей. Да, Тёму кроет, конечно, жестко. Ау. Не надо меня останавливать, сам справлюсь. Не верьте. Угу, сейчас.
Не, ну что они? Они напали на мою станцию, родные. Поэтому чего-то я должен их что-то там еще слушать. Там где пути было, я пошел по первому. Опять какие-то пути. Бля, нет. Это был плохой путь. Это был плохой путь. Это был плохой путь. Короче, в следующий раз пойду по первому и сверну в другую сторону. То есть иду, только сверну в другую сторону. Окей, так и сделаем. А где сохранение было? Ау. А, тут было сохранение. Да, ну да. Да, это будет жесткая катка. Не чувствую. Ну зонт, конечно, там шикарный. Как будто какая-то струнка играет. Интересно, как Артема типа кличут в метро? Не, просто учитывая, что сколько он всего сделал. Хорошего, плохого, я не знаю. Блин, он перебивал много фашистов, много бандитов, много кого еще он перебивал. Вообще фашисты, бандиты, мутантов, на поверхности бывал. Да, ему помогали, я не спорю, но учитывая, что он в таких шоу был, это жесть. Так, да, и сворачиваю теперь другую. Сейчас. Сейчас можно даже этот правильно будет. Ну нечестно, я ж прыгнул. Так, бежим, 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 бежим. Сворачиваем. Бежим дальше, я не знаю, куда мы бежим. А чё и как мне дальше идти? Да, где он? Нет, 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 тихо, 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 это слишком опасно. В смысле, там ещё два пути. А куда? Понял вас. А можно сохранение? Ой, спасибо. А далеко мне еще бежать? Да мне как-то все... Ой, ё-моё. А походу добежал куда-то. О, ноги. Ты кто? Врагов надо истреблять. Это Хантер? Он же тоже говорил, врагов надо истреблять. Хорош Хантер пошел с того света. Сейчас типа одна пуля будет, знаете. Ну, а где оружие мое? Тап. У меня оружие не берется. Я на чтоб он сам подошел. Или его не взял? Ты понимаете, что я его не взял? Где мое оружие? А где оружие? Он мне дал оружие. Чё оно не взялось? Алло, где оно, ёбаный в рот? Где моё оружие? Он только что дал мне оружие. Где оно?
Я его в руках не видел. А, это он впереди, или это монстр? Понял, кто его. Вот, где оружие, которое мне только что сейчас дадет? Хантер этот. Я сначала подумал, что он хочет меня стрелять. И вот, он дал, он в руке даже. Он в руке даже у меня этот волына. А... Я вообще не промазал, да? А сколько надо засадить? Если всю обойму, это глупо, так как я сейчас ее все и просрал. А, там парочку патронов надо, все, 4 вроде. 4. Не-не, типа. Я теперь гангстер. Ау. Да неправда. У меня другой пистолет был у него. Ой, просыпайся, надо противоха. О, давай. Принимаем посылочку. Боже, это такая жесть там. Там черный, наверное, лохово, а сколько красненького. Не вижу, что вылетело. Не вижу. А что вылетело-то? Слышу, но не вижу. О, вижу! 3 штуки. Полетели. Сейчас хана черным будет. Какой-то мудрец сказал. Тот, кто воюет. Это на того с Артема. Факт. Ой, я, кстати, хотя бы увидел, как Артём выглядит. Ну, мужик. Уф. Накач. Ууу, жесть. Это что, конец? Походу. Так, подождите, у меня не было ВСС-ки. Я ее еще оставил тогда, когда мы с... Ну да, конец. Так что, народ, всем удачи, всем пока.